Так, значит, вы у нас первый день обучения на вождение автомобиля. Угу. Как зовут? Анастасия. Анастасия, есть такая. Анастасия Луч. Меня зовут Игорь Васильевич. Угу. Ну что, запускайте двигатель. Поехали. Угу. Так, ой, а это что, автомат? Ну да, это коробка автомат. Я хотела просто на механике учиться. На механике? Да, на механике. А зачем? Автомат же проще. Две педали нажали, это газ и тормоз. Нафига третья педаль вам? Слушайте, но если вот в случае зомби-апокалипсиса... Так. Мне нужно будет сесть в машину. Понимаете, я могу сесть за любую машину. Поэтому мне нужна механика. Подождите, то есть вы реально считаете, что будет зомби-апокалипсис? А вы думаете, нет?